Всем привет, ребята! Меня зовут Измалкин Илья, и сегодня в этом моде я покажу вам новый аддончик на Sonic XZ. Погнали! Вот у нас яйца Sonic XZ. Давайте-ка мы его запомним-ка. Вот у нас Sonic XZ. Если мы не будем подходить к нему, то ничего. А если мы будем подходить к нему, сами увидите. И... Во! Вот что произойдет. Сейчас скачу вот это. Молоток. И ударю Соника. Соник, стой. Во. Я убрал это Sonic XZ. Чтобы убрать это Sonic XZ, я покажу вам команду. Давайте я вам покажу, как выглядит сам команда. Вот сам выглядит команда. Если прописан обычный, у нас попадется вот этот молоток. А если второе, я вам покажу. Вот у нас второй. Да, вот такой второй. Можно ИСО вызывать сам создатель. Его, кстати, зовут Ваера Бро. Вот название его, яйца. Ну, давайте-ка мы его запомним. Хотя я его... Хотя... Ну, давайте на создателя посмотрим этого аддона. Ой, господи. Ну, началось. Майнкрафт, как всегда, лагает. Я хочу для начала выключить креатив. Так, выключаем. Вот. И... Запомнил. Вот Ваера Бро. Взял нить. У него прикольный скин. А если я его ударю? Ваера Бро. 12. Стой. Нифига, какой он быстрый. Я его не успеваю его догонять, смотрите. Нифига. Нифига себе. Выйди. Выйди, что со мной сделал. Он просто взял и убил меня. Офигеть, засыбись. Короче. И где искать мне теперь создателя этого аддона? Он ушел далеко навсегда. Ладно, давайте-ка мы его снова запомним. Этого создателя. Вот я снова взял яйца, прописал команду. И стреляем. А он непробиваемый. Он никакой. Ваера, стой! Ваера! Ваера! Опа. Нифига себе! У него что, два нича? Ваера, прости меня! Ваера! Не надо, Ваера! Я больше так не буду! Нифига себе, какой Ваера, бро! 12, бесаный! Ваера! Ваер! Он телепортироваться умеет. Нифига себе. Я хочу увидеть битва Sonic XZ и Ваера Бро. Так что давайте-ка мы посмотрим. А да, забыл вам показать, как выглядит сам команда яйца Ваера Бро. Вот такой выглядит у нас команда. И мы заполучаем яйца. Вот он. Кстати, так, давайте-ка мы дадим, хотя запомпел Ваера Бро, а потом Sonic XZ, вот. Так, Ваера, и вот. Ваера, атакуй! Ты куда пошел? Ай, так, началось, зара. Эй! Так, посла, Так, Ваера пошла атаковать Sonic XZ. Нифига как Sonic XZ. Да. Вот у нас Sonic. Нифига себе, он пишет как Cartoon Cat. В ладони. На тебе, тварь.
А он, кстати, его нельзя убить. Я хочу сидеть. Соник, ты где? Так. Так, я хочу брать золотое яблоко. А где у нас? Ага, вот он. И надеваем броню. Вот у нас броня, надеваем мы. Так, еще броню. Чтобы защищаться от Соника, как за... Нифига себе, какой... Не, у меня... Короче, прикольненький аддончик. Так, едим яблоко. Стрелы берем. И лук. Так. Так, давай-ка загружайся, пожалуйста. Я хочу сражаться с Соником Экзектора. Так. Я слышу, где-то они там атакуют. Изу уже победи. Ну-ка, было все нечестно. Давайте-ка мы снова его запомним. Соник Экзе. Вот. И... О! И... На тебе! Реально его не... Сюда иди! Сюда иди! Иди сюда! Как будто вы со мной играете. О, робот Эггмана. Ну, это зомби я играю. А, ты собак Соника. Соник, сюда иди. О, Валера. А где Соник? А, вот он. На. Сюда, где ты там? А, вот и где. А ты чё выкачал, босс? Game over написано. Короче, я не могу его убить. Давайте-ка мы включим креатив. Вот. И мы ищем один биом. Спаунер. И заберем. Ну, которого отсылка к игре Sonic XZ обычной в игре. Где там Эггман пускается в подвал. Ах ты, блин! Он не отключил креатив! Sonic XZ. Это вообще как бы нечестно. Восемь, ребята. Я не смог найти подвал где-то Эггман. Пускается в подвал. Ну вот, кстати, выглядит как выглядит подвал. И вот эти блоки, которые Валера Бро создал. Ну, он такой выглядит. Прикольненький. Я его искал долго. Говорю, он 101% только. Но я не смог его найти. Вот и все. Давайте посмотрим на анимацию Sonic XZ. Погнали. Ё-моё, смотрите на Sonic XZ. Какой моделька. Ну и стрёмный это Соник. Даже открывает рот свой. Ладно, давайте посмотрим на его анимацию. Я у нас анимация такой. Ну, прикольненький. Второй. Это ходьба. А вот так стоит. Это у нас скример. Это с кем-то дерётся. Это у нас летит. Летит. Открывает рот свой. Ё-моё, как открыл рот свой. Ага, килл. Это как убивать? Ну-ка, я хочу ИСО посмотреть. Так. И... Давай, покажи. А, просто ударил. Это у нас Соник. Кто стоит? Так. А это у нас Соник прыгнулся. Как в игре первый. Сясть. Так, это у нас... Короче, опять перенос, поворачивается. Ага. Прикольно. Ё-моё. А чё у тебя глаза закрытые? Так. Это у меня какой-то блок. Я просто так сделаю анимацию.
Ни отчета Sonic XZ. Ё-моё, сколько анимаций Sonic XZ. Ладно. Ну что ж, ребята, на это видео мы закончим. С вами я был Измалкин Илья. Перед этим, когда мы закончим видео, я хочу, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал и группу ВК. Ну что ж, подписывайтесь на мой телеграм-канал и группу ВК. И всем пока!